Когда было сэкономлено с двухгодичной зарплаты деньги, можно было приобрести вот это чудо, за что это проба, сейчас это настоящий раритет. Буквально лет через 5-10 в музеях. Уже, кстати, они стоят в музеях, скажу, что я наблюдал сам. Когда-то в 1999 году в Париже, представьте, в Париже, на Елисейских полях наш час. Право полоса 13,4.